Спорим, ты не успеешь поставить лайк за 3 секунды? Всем привет, дорогие подписчики! По-прежнему с вами Димка, Данька и Донька! В GTA 5 мы 3D в деле, и это копы против воров! Здоров! Всем привет! Ваша любимая рубрика, и ребята, если это так, то поставьте лайк ей! Наберем 3000, выйдет новая серия! А также не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые ролики, и поставьте, конечно же, колокольчики, чтобы стояли все уведомления, в противном случае вы, возможно, не увидите новые какие-то классные ролики! Ребята, да, это очень важно! А напомню я правила нашего шоу. У нас есть три парковочки по 4 автомобиля. Вот здесь, вот здесь и вот здесь. Вот эти три, получается, парковочки. Я должен буду угнать все эти тачки, постараться как минимум у копов и спрятать их в нычках. Чем больше тачек я угоню, тем больше шансов на победу. Вы обязательно, ребят, напишите в комментариях какую-нибудь прикольненькую тактику для копов и для воришки. А мы, возможно, в следующей серии ими воспользуемся. Ну а мы отправляемся, будем готовиться. Погнали! Да. Ребята, ну а первым делом мы отключаем блипсы, это тоже очень важно для нас, чтобы мы не видели копов, и копы также выключают блипсы, интересное, кстати, сочетание, давайте-ка, возможно, как-то воспользуемся этим, вот, но суть тактики у нас будет такая, что мы будем брать, допустим, обычные тачки и ставить просто невероятно быстрый чип, чтобы машины ездили просто по турбо-мега-гипер-скоростями, и тогда мы попытаемся таким образом угнать наши автомобили, надеюсь, что все получится, поэтому, ребята, погнали, пробуем! Ребята, мы готовы и начинаем, и главная задача сейчас аккуратненько пробраться. Прям ну, аккуратненько в лапы и угнать ваши тачки. А вы на каких тачках вообще катаетесь-то? На хороших. Интересно узнать. На хороших, быстрых. На хороших, интересных. Ладно, в любом случае, ребята, пока ничего такого подозрительного не заметил, пока ничего такого, вообще? Знаешь, опасного, чтобы меня смутило. Для тебя ничего подозрительного и нету, это у нас есть что-то подозрительное. Что у вас там подозрительное-то? Должно быть, ты же угоняешь, а не мы угоняем. Вот какой-то ну, черный пьяный возможно... заехал. Принял, да? Принял, да? Нет? Следи за ним, может, бот. Ну, не знаю, пока ничего не вижу. Колеса, которые становятся обратно, конечно, палево, на самом деле. Как ты вывел? Как ты вывел, блин? Все ты знаешь, да? Вот все прям знает он. Ну ладно, окей, хорошо. Я пока, подожди, я спрятался, ты понял меня, да? Я спрятался, поэтому я подобного. Херачь. Ничего ты не. Увидишь. Ничего ты не. Если увидишь, жмыхай его. Окей. Жмыхай? Вон, с крыши прыгает. Как ты жмых? Воу! А, то есть у тебя серьезно ничего не хочу сказать. Чит-тачка она тяжелая еще к тому же. Я понял, надо менять автопарк, да, так тихо, понимаю? Тихо, 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 тихо. Да, да, сядь ты быстрее, ты уже, ёп, а мы ничего не сделаем с ним, ну это что такое? Ну, кстати, она одна была. На этой парковке, конечно же, я ее заберу. О, это же лоджик. Ладно, главное просто не потерять тебя, остальное все окей. Why? Why? Это было близко. Ты разбил его, да? Но это хорошо, да. Ну, вау, он на колеса встал. Вижу я себе, как я могу. Понял. Когда даже в цирках не показывают. Цирк? Ну, чего? А ты это видел? Ну да, частично. Красиво? Чтобы ты понимал, ну, так, я думал, застряну, а по итогу нет. Не ах ты рядом, блин, ну, ты чё, рядом конечно. Просто. Ладно, хорошо. Давай тогда вот так вот сделаем. И вот так вот сделаем. А потом... Ага, вот ага, так. Ага, а, твой хай тонет или не тонет, а? Давайте-ка проверим это. А чем утонуть-то? Давно хотел узнать. Не знаю. Я хочу, вот, меня. Знаешь, отрикошетить от чего-нибудь, но у меня пока ничего не получается и. Надеюсь, проблематично, получится. Однако. Ну-ка. И это прям очень таки проблематично! Ей, мать, я залетел на. Плясать, мост. Выходи. Что, Дед Мороз? А? О, здорово, Димон. Дед Мороз. Здорово. Пока, братан. Здорово. Пока, братан. Поехал. Конечно, это на было мост? Прикольно. А, на мост поехал, все, не, понял. Я поехал в туннель. А, я попробую видел. Реализовать тот самый трюк классный. Все, поехал, поехал. Вижу, который по ЖД мы уезжает. Давно учили с вами. По ЖД уезжаю? Ага. Ты такой сказал. Да я вижу. Ну ладно. Ну, по ЖД это, конечно, было прикольно, направо но... Направо уехал, где Лестер? Да как ты видишь меня? Ну, я видел, как ты уезжал направо к Лестеру. Ну, тебя нет, тебя читачка-то... Ограбление пошло проходить.
Такое говоришь? Ну, да, я ограбил вас, я, как минимум на одну тачку. Тачки, она была одна жесткая, да, она ты одна что, была чит, я так посмотрел тачки, по вашей парковке. Ок. Ладно, ладно, в любом случае, пока первая готова, ребята, отправимся тогда на вторую, попробуем еще раз угнать таким же способом тачку. Ребята, продолжаем максимально беспалевно работаем, мы сегодня работаем, да, мы сегодня очень опасные. Опасные. Мега опасные, вот так вот, да, вот так вот. Херечим на все Диман бабки, как говорится. Сейчас как жмыхну? Сейчас как жмыхну вам я? Так ладно. Серьезно? Да, мужик какой-то. Да, не вовремя. Да, понятно. Не вовремя. Не вовремя. Не вовремя. Так, 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 так. Ну, в принципе-то и неплохо, вроде не спалился я. Да-да-да, Подумаешь, ты, блядь, чел из пляжа, да-да-да, я понял. Чел из пляжа, говоришь? Чел из пляжа, говоришь, да? Ты это говоришь, да-да-да. Это необычно. Не-не, я его гонять не буду. Я его гонять не буду, потому что я на них хер уеду. А вот эту я вот эту точно угоню. Вот эту вот я прям стопудово угоню. Вот эту я прям угоню, вау! Что? Чего? Чё там? Тут а, я проехал, слава богу. В смысле? Ты не, я был прямо у входа, но магазин не в магазине. Да, я был явно не прямо в магазин, не в магазине, точнее. Давайте-ка вот так вот сделаем. Ё-моё! У кого-то пицца приехала, походу. Да, что сделал-то? У кого? Это чит ты врубил? Да не. Диман, это чит был. Да не чит это был? Но этой машины нет такой ускоряшки, алло. А, я не знаю, это походу пинга была какая-то непонятная. Димон, что ты сделал? Ну это же... Ля, короче, я понял, это с читами, сейчас тоже будем кататься на вертолете летать, потому что... Ну что делать с тобой? Вертолеты запрещены! Можешь брать чит-тачку. А в департаменте своем, но вертолеты-то запрещены. Через F2 летать. Ну а что делать-то? Объясни. В смысле через F2? А что делать-то? Ты взял просто... Ну я просто быстро уехал, и мне повезло. Ну так это не чит-тачка, это обычная тачка. Так это читы использовал, обычно? Так я не использовал, это просто чиповочка была. Из нас троих один должен быть хитрый, я... Этот один, это я. Да-да-да, рассказываю. И этот один, это я. Так. Я понял. Походу у нас пицца поглотила Даню. Возможно. Больше мы без Дани. А, нет, Даня тут. Даня тут, да. О, раз. Встань, пожалуйста, два, на колеса. Считать, не считать, даже не знаю. 3-4. 3-4, братка. Ага. 3-4, ладно, короче. Вау! Да опять читом поехал, Димон, ну ты что за... Вау! Да каким читом? Это просто чиповочка. Ну так нахера? Обычная чиповочка. Чиповочку, Димон, что за... Я убрал. На единичку убрал. На единичку. Да. Да ладно тебе? Все, ну догнал-то. Так я через чит тоже догнал, что за прикол-то? Ага. Давай, давай, удачи тебе там. Вот так вот. А потом вот так вот. И потом вот так вот. Ну все, ушел. Спокойно. Да-да, спокойно, абсолютно ушел. Ставлю тачку где-то вот в этом месте. В принципе, точно я думаю, что это идеальная нычка. Поэтому, да, я оставлю, пожалуй, ее здесь. И, ребята, перейдем тогда на угон следующей машинки. Уже на следующий такие раунд. Да, все четко, вроде бы никого точно? Нету. Точно? Ну все, давай, да. Давай, давай, хорошо. На-на-на-на-на. Хорошо. Хорошо. Ну что ж, ребята, следующий раунд, мы продолжаем. Наша погоня продолжается. Ладно. Ладно, хотел по-быстрому, но... Окейшки, ладно. Дань, ты там как? Где ты там вообще? Ты на полставки сегодня у нас, да? Красиво. Связи нет. Красиво. А, связи нету? Я не знаю. Оборвалась. Я на связи. Я понял. На связи? Ладно. Тем самым мне только лишь хорошо, если минус один коп у нас. Итак, я один. А Гритер вообще на изи догоняет. Подожди, ты на чите сейчас или как это? Ты очень быстро поехал. Просто быстрая машина. Ямая полетел. Нереально просто. Да-да-да, я вижу. Аж так, что обратно отлетел. Так полетел? Да. Так, братки. Надо задержать его. Братки, пацаны, давайте, работайте. Да-да, нашел себя братков. Просто работайте. Слушай, у меня на самом деле проблема. И это не ламба сферы. Это дымящая бэха. С чеком. Ну-ка, сделай. Просто дымящая бэха с чеком. Ты потерял меня? Ну, это хорошо, потому что я вроде когда уехал. И, ребята, я думаю, что где-то тачку можно оставить, в принципе, в этом месте, да? Явно ее никто здесь не найдет.
Также я, если попробую еще раз сюда заехать. Ладно, Рета, я думаю, что да, на этом мы уж точно заканчиваем, в принципе. Ты уж точно уже... Все, да, хорошо, да, все. Не, сейчас топ-пудникова я заканчиваю, все, ребята, да. Тачка здесь, а мы отправляемся тогда на следующий раунд, друзья мои. Давай. Ребята, следующий раунд. И у нас вроде как все получается в том плане, что нужно еще парочку тачек угнать. И если вы не знаете местоположение предыдущих, это только лишь хорошо. Думаешь, но... Можете вроде знаю, как может, хорошо, нет, да. Может и хорошо, может и плохо. Внимание, это кто желтый? Посмотри назад. Братан, посмотри назад! Это кто желтый-то? В смысле? Да нет, вроде все нормально. В смысле желтый? Там просто желтый дергался по жесткому. Да, Скай один из ваших. Если это ваш. Господи, это же не юрец явно. Столько тачек, охренеть, не, меня здесь. Это обычные тачки. Ага, 2000 сил стоит. Я в ахере. Что за тачки? Так Скай быстрее. Да, да, да. 2000 сил как М8. М8 мы догоняли на изи. Я понял, вопросов нету. Окей, ладно, тогда мы что-нибудь сейчас придумаем. Так, на этой покупке вроде чисто. Все, вот так вот поедем. Другое дело. Блэд? Чувак. А у меня сейчас бот просто, чтобы вы понимали, угнал тачку одну из моих и поехал куда-то в непонятном направлении. Ну да ладно. А, это ваше вот дело. Вот это я понимаю. Вот это я понимаю, контент пошел. Ой, не-не-не-не-не, это мне не нравится. Это мне не нравится. Давайте вот так вот. Что? Бот в тачку врезается. Ладно, я понял. Я это не догоню. Я не знаю, кто-то улетел. Без понятия, абсолютно. Просто исчез. Чтобы ты понимал, только сейчас приземлился. Я только сейчас приземлился. Ёпс. А. Ну ладно. Я не знаю, где ты вообще. Ты тупо исчез. Да, вопросов нету. Я просто... Я где упал, я там и остался. Вот так тебе скажу. Вот чисто так вот скажу тебе. Ну а мы, ребят, переходим на следующий раунд, потому что... было печальненько. Ладно. Это следующий раунд, возможно, уже заключительный. Возможно. Но не точно. Время пока есть. А если есть время, знать... Летаем? Чит, работаем. Что там у вас происходит? Есть время, есть мейлер. Ты видел, что произошло сейчас? Смотря что тебя интересует именно. Я думаю, Даня видел, что произошло, потому что он участвовал в главной роли. Да. Прям в главной роли, Ладно. Кей, проволен, Это, конечно, прикольно, да, но я так полагаю... Я вроде бы Дане не платил. Вроде бы не платил, но то, что он исполняет, мне нравится. А исполняет он знатно. Трам-пам-пам-пам-пам. Что делать-то? Ну, с другой стороны, все вроде нормально. Было. Ой, что 2000 сил. Все вроде бы было нормально. Ой! Ну не успел чуть-чуть, ладно, я, короче, чтобы ты понимал, всю эту дорогу пытался от Ская спрятаться, да? Потому что он прям рядом тут постоянно крутился, вертелся. И потом приехал гелик у нас, а с геликом вопросы плохи. Так, ладно. Понял. Тихо-тихо-тихо, аккуратненько. Главное, ребята, знаете, вот, вот в нашем деле главное не паниковать. Понял. Потому что если начнешь паниковать, начнешь... Да, не паникуй. Начнешь совершать ошибки, которые нам явно здесь не нужны. Вот так вот. Понимаю. Идеально, да? Тихо, идеально, да? Ну, пойдет. Встал бы ты на колеса! Столько времени, блин, потерял! Ты 2000 сильный лансер, блин. У тебя еще стоит инвизибл, да? А где катер? Нет, инвизибл не стоит у меня. Ну, антизрыв стоит, да, получается, или что? Вопросы. А, не, потек. У меня потек бак. Потек, серьезно. Другое дело. Короче, я так понял, тут мне чисто надо бояться гелика, потому что Геттер вроде как он на месте. Что-то там делает, пытается страшить меня вначале. А потом куда-то пропадает. Ну, в плане на месте, на базе, на парковках. Тут знаешь, что он там. А говорю же, потом пропадает. А, да? Да-да-да. Ну, сейчас я вот-то не вижу в погоне-то с нашей. В нашей, точнее. Что бы сделать-то? Мне кажется, у меня осталось буквально тут 10 секундочек. И в данном случае...
Тут либо повезет сейчас, либо не повезет. А чтобы повезло, надо просто, чтобы ты так аккуратненько горишь, прыгнуть. Как огонь, так, пожалуйста! Чё? Ой. Я тебе не урелся или урелся? Не, не нет, ты пролетел мимо! На ту сторону, поехали. На... Да не, братан, нафиг. Я оставлю ее тебе. Забирай. Да, ура. Потому что в любом случае тут осталось буквально 5 секундочек. Она загорелась! Она загорелась, ребята, и взорвалась. Ура. Я понял, да. Ну, тут либо она взорвалась бы, либо она бы просто потеряла бы бензин и не поехала бы. У нас остается буквально 15 секундочек на быстрый угон, поэтому погнали, ребята, реализуем его. Ну, ребята, тут чисто работаем максимально быстро. Проблема в том, что... Левее я видел геттер, а вот тут вот вроде бы все должно у нас получиться. А, что молчите? Все, я понял. Левее на парковке я видел геттер! Все, понял. Упс. Ты адекватен вообще? Понял. Пошел контент. У меня от гелика ничего не осталось. А, кстати, да, ну все, у меня от гелика вообще ничего не осталось. А, да, тот именно-то. Но время где? У меня уже, ребята, вышло. Нихера ты? Время у меня уже вышло, я тут уже больше ничего не сделаю. Ну да. Не, ну я еще попадаюсь, подожди. Да, о, серьезно? Спасибо. Короче, понял. Не, братишка... ну я бы не брал бы такую тачку, если бы не было таких первых трех угонов. А, ну понятно, ты опять рубил чипы. Я не спорю. Я? Да. Я лишь только чипанул тачку. Да, ну это чип не называется, больше. Здрасте, если что. Тихо, опа, опа. А, что? Не, хотя, с другой стороны, пока, подожди, я еще пока живой. Угу. Я пока живой был. А назад вообще не едет. Ё-моё. Окей. Окей. Чисто, ребята, он не поворачивает даже. Потёк. А, это тот косячный с каким-то колесом, да, получается. У него же колесо да. Внутри, да, 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 запало. Ладно, все, короче, оставляем тогда тачку здесь. Потому что я ничего не сделал, он даже не поворачивает. Это просто, ну, это просто смех. А он еще и загорелся. Понимаю, ребята, ну, я с ним уже три тачки взорвал. Да, ребята, в любом случае время кончилось. И тут лишь только спросить у вас остается. Знаете ли какие-либо из парковок? Да нет, ты что прикалываешься? Нет, конечно. Окей. На самом деле, одна из них находится рядом, вот здесь. А, прямо под кубами. Я получается, на... А, я понял. Получается, ролл сего, ну видишь, да. Я на ролл сего тут остановился и решил никуда не ехать. Да, но вот здесь, получается, я прямо сюда... В том месте. Я там, не, да, катакомбы заехал. Смотрел, там ты, где съезд налево будет, там машина стоит. А, ну да, ты был прав. Да. Окей. Ну, а еще одна, которая на самом деле доехала, она взорвалась, а может быть не взорвалась, сейчас посмотрим, где она. А, она потушилась! Она потухла! Угу. Вот она, получается, акула, о которой я говорил. Я упал, она загорелась, и я ее решил оставить. Ладно, ребята, на этом будем заканчивать. Такая прикольненькая серия у вас была. Надеюсь, что вы досмотрели до конца, пиши хэштег «Да, смотрел». Ставьте лайки, всем удачки, пока-пока. Пока. Пока-пока.